10. Совершенно волшебное. Оно как бы заветная цель. Победа, достигнутая мечта. И попасть в десятку — мечта не только людей, которые играют в дартс, но еще и книг. Кстати, а вам исполнилось 10 лет? И вы умеете выразительно читать? Тогда у нас к вам спецпредложение. Московский писатель Юрий Чапаренко, издательство «Жук» и наша библиотека имени Пушкина приглашают именно вас принять участие в конкурсном проекте «Десятку». Теперь я объясню для тех, кто не понял. 10 ребят старше 10 лет отберут целых 10 рассказов из замечательной серии для тех, кому за 10. И с ними потом видеоролики для своих сверстников. Пройдет еще конкурс «Цвета». Он состоится в библиотечной группе сообщества «Цвета огня» ВКонтакте. Самые активные участники конкурса будут награждены призами от издательства «Жук». Внимание! А семейные работы получат специальный приз. Дорогие друзья, я нахожусь в Греции на острове Родос и хочу обратиться к вам с просьбой, предложением о нашем проекте для тех, кому за 10. Было бы очень приятно нам всем, писателям, книги которых уже вышли, 5 книг, и, книги которых готовятся, если бы вы прочитали наши рассказы, хотя бы по 1-2 минуты в клипе, и мы бы могли их послушать со стороны, потому что у нас уже есть такие записи, когда читают профессиональные актеры. Вот есть записи, когда мы читаем, но нам очень интересно, как будут читать эти рассказы, переживать их, пропускать через себя читатели, для которых мы, собственно, это все и написали. Записаться на участие в проекте можно по телефону 9-17-35. Повторяю, 9-17-35. Отбор чтецов пройдет 15 мая в Центральной детской библиотеке имени Александра Сергеевича Пушкина. Следите за рекламой. Пока!